стреляли, так и будут стрелять. Все луки, все охоты там показывают. Единицы, иногда смотришь, у него там ага, 70-фунтовый лук. Все охотятся. Вот. Олень охота в Америке. Все, все стреляют 60-фунтов. 60 за глаза. Ух, карбоновый. Который мы не взяли. Взял? Взял. Вон. Молодцы. Только раз. Вот, пожалуйста, самоделка спортивная. А с ней уже как по полевому, да, удобно держать. Тактические арбалеты не придумали еще? Нет. Вот еще, пожалуйста. Вот два. Вот три. Так, у меня рук не хватит. Да. В общем, история рождения. Надо снять видос, тактическая стрельба и из арбалета. Это будет весело. К сожалению, он очень долго перезаряжается. Это да. Так, а если не секрет, а вот этот газовый баллон для чего? Это гелий. Гелий. Для шариков. А гелий для шариков, взрывать баллон было? Нет, баллон потом забудем взорвать. Окей. Да, всем привет! Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Правильно все? Все по сценарию? Луки и арбалеты Mained Hunter. Так, а может не надо? А я повешу, может снимем? Повесим. Да. Сейчас, поставь. Без всяких этих историй. Там же так, зеленка хорошо. Мишени вот так масса. Вот. И твори после этого. Нет, так Саня же вон намутил сетку. Серега, тебе по факту нужно отдавать на две раз. Не чистите. Да, то есть как вот сейчас арбалет, все проговорим. В чем состоит? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Привет! Как дела? Чуть-чуть, да? Разнообразие. Сева, это серьезно. Сева, анекдот сразу сходу. Антон. Давай. Не пессимиздите. У тебя их сколько? Ебаная куча. Расскажи хоть один. А предохранитель сделай, пожалуйста. Туда-сюда. Я пересеку тебя. Целься. Порох шарики. Для девочек. Порох для девочек. Угу. Есть, кстати, кусок бумаги? Есть. Да, просто А4, я на него высыпаю. Так. Сверху насыпаю, как будет удобно. Оля, это же такая ебань, которая потом не отмывается. Она отмывается, да. Как бы сделать это нежно. О! Да, но вот этот совсем легкий. То есть это как бы так сказать по нарастающей. Вот этот да. Ну, я имею в виду в плане натяжки. А, понял, натяжение. Ну давайте, психанем. Покажите, Кирилл, хлоп, сделай. Последовательно. Давай. Хлоп. Сейчас. Извиняюсь. Банка. Бумаг. Я извиняюсь, банка. Стоп. Так делай. Хлоп. Вот, потом пришли ко мне пара олимпийцев. Нужно 50 метров. Вот вам 50 метров. И девчонки стали ездить.
Вот в этом году... Мне кажется, ты ждешь, когда он лопнет у меня в руках, да? В этом году я бы не хотел. Вот еще один ушел. Что ж ты? Как олимпийский мишка. Все. Ну что, как у вас? Вообще космос. Все нормально? У нас вообще все нормально. Рассказали, да? Все отлично. Да что, вы рассказали? Все? Все домой? Нет, еще. Чтобы пострелять бы нам. В чем бы нам надо? С блоком там. На всякий случай. Ну да, да, да. Тебя не оторвет? Нет. От земли? Я как-то... А что я должно оторвать? Я боюсь. Ну, чуть-чуть сзади. Ну, я просто возьму, тут движение. Сбоку и сзади. Сбоку и сзади. Ну, ты, Дим, хватай, какой тебе нравится. Да, вот так ну, откалиброван лучше. То есть наконечники они немножко еще бывают немножко кривоватые. Ну, да, я буду сказать, следующий наконечник. Вот на эту стрелку как раз вот такой надо делать, только с том рогом я буду делать. И вот такой формы. Пулевидный. Именно вот той формы, как у тебя 75 грамм, точно такой же формы будет 100 грамм. Да, они... Ну, потому что вот эти вот наконечники там острие, оно там чуть гнется и начинает бить. Да, и да, даже этого падает да. Очень сильно. Ну и крейсер тоже на всякий случай. Мишень активная пиротехническая. Задерживаем дыхание. И на середине третьего выдоха между ударами сердца плавно дожать. Цель поражена. Есть попадание. Повторяю. Можно бахнуть. Юрий, иди, стреляй. А как зажать джентльмен, который нам Игорь. 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 Будьте добры в кадр. Пацаны. Лежа. Сейчас сначала в красный шарик стрелял. Давай. Хорош. Давай взрывал. Никуда, интуитивно просто стреляешь. Красава. Сейчас вообще ровно. А, я понял. Надо, короче,
цель. Закон местного шефа, он работает только с друзьями и знакомыми. Это раз. Или рыбу. В смысле, или? Одна кашенька. Во взрывалку попадай. На самом деле в нее с этого лука достаточно сложно попасть. Не знаю, я меня включаю. Еще сложнее. Ты попадешь под ногу? Давай. Все, пиздец, пошла. Да, не ходи, не надо, все. Давай, давай. Дал 200. Зеленый свет дал. Хорош! Саня, красавец. Давай, вторая твоя. Третья маленькая. Я люблю кадр попадет. Я отойдет. Да нет, там что, нет. Да нет. Серж, так, короче, там. Давай. Опять там мяу сейчас было. Крупность какая? Разная? Крупность разная. Вот это прям бомбини, прям вообще весело, конечно. Смотришь. Смотри, Сань, просто, чтобы без. Даже руки в кармане не помню. Вот такой пласт достаточно крупный, поэтому вы будете... Рук не видно будет, да? Рук не будет, да. Вы лучше, если что-то переживаете, немчите. Проще руки там. Не, я не переживаю, не нервничаю. Ну, мало ли. Ну, ты сейчас будешь нервничать, понял? Если он, будет нервничать. Если он начнет переживать, для здесь все будут переживать. Я здесь, чтобы успокоить вас. Два раза. Успокой лучше дрыщ в своих штанах. Те, кто здесь, выключите, пожалуйста, телефон. Ну, корпус на Илью. А Илья где-то будет стоять. Где-то здесь. Да, сюда, ваша правая нога должна быть. Права. Около. Так, да? И давайте. И поощи немножечко. Вау. Вот ну, сильно. Ну, вот что у нас. Вот так. С одной стороны. Сейчас. Ну все, так просто. Комнатников Игорь Валерьевич, руководитель арбалетной поляны, президент Федерации арбалетного спорта Московской области, тренер паралимпийской сборной по блочному луку, ну и большой любитель метательного оружия. Все, смотрим в глаза. Знали. Не для этого. Так подними. Как-то она... По низу прям пройдись. Если маленькая. Не фуфельная она как-то? Нет. О, вот там стой. Уходи, уходи, уходи. На меня заходи. Тут оказывается ветки есть. Желез, да? Блин, он вверх там поднимается, скотина. Давай еще раз, беги быстро. Он просто нет, по низу, он по низу. Он сначала в одну сторону, перед другую. Во, понимаю. Он сейчас уйдет. Видишь, какой контраст да. у меня? Угу. А может отсюда пустить? Сейчас, ждем, ждем, тропинке? Ждем. Но он все равно сейчас. Туда идет. А можешь еще забежать? Он там потерялся. Ему нужно сейчас на нас идти вот по той сейчас. Стороне. Сейчас. На нас иди по той стороне. Окей. Еще давай. Да. Сейчас ждем. Блин, поднимается. И что? Ждем, 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 ждем. Игорь, вы готовы? Да. Пойдемте.
Ага, есть. А теперь мы на ту тропинку. Юля, молодец. Ну, давай сразу дырну, чтобы пока подожди, не подожди, у нас тропинка есть. Ну пускай вот он реально оттуда запустит, он сюда придет сейчас. Откуда? Ну вот Коля оттуда запустит, и он сюда придет. Давай еще одну маленькую оттуда же. Здесь просто сюда вот так. Все, здесь тебе надымили так, что уже все. Еще разочек пройди. О, еще, еще. Да не, я думаю, что тут сейчас будет уходить день туда, все правильно стоит. Тут вообще как в терминаторе, блядь. Да. Да уже можно. Пойдемте. Надо голодать несколько дней в лесу, чтобы... Ягоды, фрукты, привязать за ногу к дереву. Сейчас на этот будут налог брать. Да. Ладно, спасибо большое. И вам. Все, все на связи. Типа это, респект. Да. Мы уже засветил, он уже засветился в Инстаграме и в этом. Сел нахрен. Тачку. Давай, давай. Окей, два. Гражданская армия. Настоящий мир. Счастливо. Прыгай. Не бойся, я не жирба. Ну давай я. Ну что, ребята, не дозыли там?